Всероссийская акция «Вахта памяти 2023» торжественно открылась в Петрозаводске. К мемориалу «Вечный огонь» возложили цветы десятки человек. Среди них были представители поисковых организаций, жители города, общественные и политические деятели. За 2022 год карельские поисковики нашли останки 612 бойцов и командиров, захоронили 583 солдата, а также установили имена 21 погибшего. Сохраняют память о событиях Великой Отечественной войны и в образовательных учреждениях республики. Я преклоняюсь перед вашим трудом, перед тем, чем вы занимаетесь. Это важно, это нужно. Со словами благодарности также выступили заместитель председателя Союза поисковых отрядов Карелии Марина Осиева и председатель объединения «Поисковые отряды эстафета поколений» Илья Герасев. После этого прошла минута молчания, а затем собравшиеся возложили цветы к вечному огню.